1995 год, день города. Именно в этот момент состоялось знакомство зрителя с группой «Температура тела». Прошло 26 лет, и они вновь готовятся выйти на сцену в преддверии дня рождения Тамбова. День до концерта. Еще пару прогонов, и почти все готово. Не хватает только балалайки. Константин Солдатов живет и работает в Москве. Он педагог. Присоединится к команде, как только отпустят ученики. И одно из первых произведений, которое они начинают разбирать, называется «Виллы». Группа «Температура тела». Играют еще несколько песен. Вот. Ну и где-то в конце обучения они уже подвальным рок-н-роллом заканчивают обучение. Как-то так. В программе «На завтра» как раз то, что называется «Любят взрослые дети». Группа сыграет хиты 90-х, но и без сюрпризов не обойдется. Будем исполнять несколько песен, которые, в общем-то, либо редко исполнялись, либо вообще не исполнялись. Ну, наверное, это очень тоже важно для зрителей, для поклонников нашей музыки. Ну, не нашей музыки, музыки Андрея Теплякова. Все-таки мы в память его играем и поддерживаем, как бы, ну, пусть так скажем, на расстоянии связь. Лидера и автора песен «Температуры тела» Андрея Теплякова не стало в 2005-м. Через 2 года группа выпустила альбом «Мы молчим» с музыкой, которую не успела сдать теплой. А спустя время группа затихла. Насколько сильно тогда поклонники творчества ждали возвращения «Температуры тела», стало понятно 3 года назад, когда команда возобновила концерты. Подтвердилась песня Андрея Теплякова «Нужны людям». Человек писал когда такие песни, он жил этими песнями, мы жили этими песнями. И мы просто должны были сделать все для того, чтобы эти песни жили долго и долго. Ну, пока мы все живы, здоровы, эти песни будут жить. В день концерта «Температуру тела» поддержит арт-фолк-группа «Ежевика». А в перерывах между выступлениями самым активным зрителям обещают фирменные призы и подарки от музыкантов. В общем, поводов увидеть все лично достаточно. Концерт группы «Температура тела» завтра, 11 июня, в 8 вечера, Тамбовское кафе «Сквер». Юлия Савушкина, Станислав Попов, Анна Мусатова, «Область новостей».